Загадка. Представьте себе, что вы пятеро друзей отправляетесь с девушками к общему знакомому. Приносите с собой по 2-3 медведя. У вашего знакомого есть 4-3 медведя. В 7 вечера присоединяются два соседа и приносят. Один 3-3 медведя, а второй в 3 раза меньше, чем у всех было до 6 вечера. Веселитесь до 3 ночи. Вопрос. Сколько 3 медведя будет еще в полночь? Скажете, все равно. Важно, что 3 медведя, и важно, что еще будет. «Три медведя» – новогодняя сказка для взрослых.